будет присутствовать 11 10. Отсутствует 11 депутатов по уважительным причинам. Таким образом, форум для проведения совета депутатов имеется. И наш с вами совет депутатов правомочен. Поэтому есть предложение начать заседание совета депутатов. Прошу проголосовать, кто за, прошу поднять руки. Спасибо. Решение принято единогласно. Итак, уважаемые депутаты, объявляю заседание совета депутатов открытым. Коллеги, предлагаемая к рассмотрению повестка у нас состоит из 19 вопросов. Все вопросы у вас находятся в материалах и заранее были разосланы, все могли с ними ознакомиться. Ставлю проект повестки на голосование. Кто за, прошу проголосовать. Кто за? Спасибо, принято единогласно.